Это первые выборы в Совет депутатов образованного городского округа Пушкинский. Голосование идет активно, по нарастающей. Максимум жителей на Ивантеевском избирательном участке 723 к обеду. Выбрать политическую партию и отдельных кандидатов спешат жители улиц Школьной, 1 и 2 и Хлебозаводской. Впервые голосующих было всего двое. Им подарили блокноты. Мы им предоставляем подарочки от избиркома, поздравляем, торжественно вручаем. Помогаем, конечно же, первый раз советами. Как, где обратить внимание на правильное заполнение бюллетеней, да? На этом участке 2725 избирателей. Досрочно проголосовали 63 человека. Еще 32 избирателя внесены в реестр для голосования на дому. Заявки принимали до 2 часов дня. Образовали две выездные комиссии. Они будут работать по адресам до 6 вечера. Галочки избиратели проставляют вдумчиво. О чем думаю? Мне самое главное, те кандидаты, которые в Совет депутатов, для меня важно, какую они должность занимают. Задача, чтобы все ставилось лучше, только какие задачи могут быть. Я прочитала, что было важно, что они обещают. На обещание клюем, как всегда. Например, многие жители старых домов на Школьной мечтают о расселении. Так что, к мнению кандидатов и политических партий по данному вопросу прислушивались очень внимательно. Как и к позициям по ремонту дворов, установке детских площадок, развитию сферы здравоохранения и образования. За ходом выборов на 723-м участке следили 8 наблюдателей от разных политических партий, плюс члены комиссии с правом совещательного голоса и представители СМИ. Анна Пыльцина, Антон Рябов, Мария Барсукова, ИТВ.